Специальное мобильное приложение для ветврачей разработали в Министерстве сельского хозяйства. Оно работает без интернета и объединит всю казахстанскую базу данных сельхозживотных. То есть специалист отдаленного района сможет ознакомиться с медицинской картой прививок любого животного. Кроме того, новая информационная система освобождает специалистов от лишних бумаг. По словам вице-министра сельского хозяйства Баглана Бекбаева, на сбор информации у ветврачей уходит немало времени. Теперь все это автоматизировали. Пилотный проект пока работает только в западно-казахстанской и туркестанской областях, но в случае успеха будет внедрен по всей стране.